когда я засиделся на этом пуфике. Надо разминаться. Здравствуйте, здрасте. О, здравствуйте, здравствуйте. Вас интересуют какие-то модельчики елочек? Да. Ой, да. Мам, смотри, какая классная елочка, большая такая. Она... Да, это прекрасная модельчика елочки. Она такая, она пышненькая, классненькая и вообще самая прекрасная. Берите эту елочку. А сколько она стоит примерно? Можем продать за 300, можем за 500, можем за 1000, можем за 800, можем за 1000, можем за 500. Можно за 300, пожалуйста? Договорились. Деточка, а тебе что хочется? Ой, мам, давай, да, да, давай, 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 это классная елочка. Большая, красивая. Да, да, берите, берите. Мам, как упаковать? Обычная упаковка для елочки. Упаковка в виде стиральной машинки, упаковка в виде мышки, упаковка в виде бантика, упаковка в виде ножки. Упаковка в виде ножки. Ага. Вам ножку с какой обувью? С валенком, с сапогом, с современным кроссовком? С современным сапожком. Угу, договорились. Вам какой? Бумага, пластик, что там нужно? Поролон. Поролон. Договорились. Сейчас упакуем. Yeah. Да, да, мам, да. Мне вот эта елочка очень понравилась. Нам надо ее брать обязательно. Она так маленькая. Прекрасно украсит. Эту нашу комнату. Все, я сейчас упакую и принесу вам. Хорошо. Ну что, а тебе что, другие не понравились? Ну, не знаю. Ну, вот эта вот маленькая тоже хорошая. Посмотри, какая она миленькая. Ого, цена какая большая. 200 тысяч. Ну, смотри, ее можно поставить на кухню. Она будет прекрасно дополнять. Ага, мы 300 тысяч потратим, а за коммуналку деньги не сможем заплатить потом. Ну, мам! Понимаешь, что 300 тысяч это очень большие деньги. Нас потом выгонят из квартиры. Если мы не умрем. Какая классная была елочка. А что, большая мне нравится? Она большая не... классная, да. Не, наоборот, мы можем... большая 300 тысяч, а маленькая 3 рубля может быть вообще. Угу. Где наша елка? Я уже... Уже несу. Вот ваша елочка. Принимайте. Посмотрите, какая красивая. Да. Будете забирать? Да. Вам помочь донести до машины? Или у вас автобус, или у вас троллейбус, или у вас метро? Метро. Договорились. Вам грузчиков нанимать, чтобы донести до метро? У вас метро далеко, вы на каком метро едете? А когда вы будете ехать? А кто вас заберет? А вы вас кто-нибудь будет встречать? Мы сами приедем, нас будут... нас там мальчик дома будет встречать. Мы ага. Я сейчас вам помогу донести до метро. Пошлите. Пошлите. Ой, какая тяжелая елка. Такая тяжелая елка. Ну конечно, это ж там же еще веточки. Да. Теперь ее нам надо украсить. А где наш брат? Хай нас встречает. Да. Мама, мама, привет! О, привет, братик! Как тебе дела? Нормально, нормально. Мне тут приходил какой-то дядя. Какой дядя? Наш сосед, кот. А? Говорил, Соля, нет для супа. Ой, кошмар! У нас же нет соли! Тотя, ты что же мне не напомнила за солью, чтобы пойти в магазин? Ой, я совсем забыла! Давай я тебе даду деньги, ты возьмешь и купишь наконец-то. И вот у нас уже нет соли, боже мой, я всегда забываю память. Ой, давай я с братиком схожу, как раз мы сходим, проверимся.
Ой, ну давай, давай я тебе даду денежки. Давай. Бери. Спасибо. Чтоб через 10 минут или не знаю, через сколько вы вернетесь, чтобы были дома. Хорошо, мы быстро. 3 секунды.